главных частей этого вечера для вас, дорогие зрители, это, конечно же, к розыгрышу. Итак, я прошу внести чашу с билетами. У нас, на самом деле, у нас все по-честному. Итак, сегодня мы будем разыгрывать много призов и подарков для вас, дорогие зрители. Итак, давайте начну я, а потом мы для достоверности вызовем кого-нибудь из зала. Итак, первый подарок и приз от наших партнеров и от наших спонсоров получает Тед. Конечно, смешно, но все-таки. Ряд номер 9, место 21. Ряд номер 9, место 21. Быстренько вы поднимайтесь сюда к нам. Под аплодисменты всех гостей. И вы получаете... Спасибо большое за то, что вы пришли сегодня к нам. И вы получаете подарочный сертификат от магазина «Арифлейм». Аплодисменты. Продолжаем. Просто не хочу пригласительные доставать, хочу прямо без билетов что-нибудь. Вот, билет, по-моему, да. Да, это билет. Итак, ряд номер 4, место номер 9. Это где-то здесь должно быть. Да, поднимайтесь к нам. Аплодисменты, дорогие друзья. Мужчина, холостой или незамужний? Да, холостой мужчина, и я думаю, что это поможет вам выглядеть еще лучше для того, чтобы найти свою вторую половину. Подарок от магазина «Арифлейм». Аплодисменты, дорогие друзья. Ну и для того, чтобы вы не думали, что у нас все это подстроено, давайте мы выберем. Вот у нас товарищи фотографы, мы их знаем миллион лет. Давай, Леш, Алексей Шихонь, выходи, пожалуйста, к нам на сцену. Выходи. Аплодисменты. Это, кстати, наш большой друг и фотограф Кузнецкого дворца культуры. Леш, несмотря, выбираешь любой билет или пригласительный, что у тебя попадется? Одно. Самое главное, один. Вот. Вот. Смотри, и что-то написано. Итак, ряд. 12-й. Место. Два места, 11. 11-е. Давай мы одно место возьмем. 12-й ряд, 11-е место. Есть у нас? Есть. Вот. Скорее, девушка. Поднимайтесь к нам на сцену. Спасибо большое, Леша. Девушка, вот по вам сразу видно, что вы очень сладкая женщина. И вы получаете подарок от семейного кафе «Люстра». Это про «Петроли». Подкрепляйтесь и, так скажем, прощайте. Итак, едем дальше. Едем дальше. И следующий победитель. Мы, напоминаю, мы выбираем только из присутствующих в этом зале. Итак, 7-й ряд, место номер 17. 7-й ряд, место номер 17. Да, тоже сладкий мужчина выходит к нам на эту сцену. Аплодисменты, дорогие друзья! Ну что, я тебя поздравляю, жена. А я так подозреваю, что ты один из мужей участниц. Нет? Брат? Жена на сестре? Ладно, это шутка. Держи, получай свой приз и подарок от семейного кафе «Люстра». Это замечательный, вкуснейший профитроль. Спасибо большое тебе за то, что ты с нами. Продолжаем. Вот. Ряд номер 18, первое место. Это у нас где-то там должно быть. Ряд номер 18, первое место. Нету. Да, это там. Я просто немножко перепутал. Ну, давайте поаплодируем. Еще одна девушка, сладкая девочка, которая получает сладкий подарок от семейного кафе «Люстра». Аплодисменты еще раз. Продолжаем.
Кстати, впереди у нас розыгрыш билетов на клевый спектакль «Ты мне, я себе» с участием народного артиста России Александра Баканова-Черного. Ну а пока, опять седьмой ряд, да что ж такое-то? Седьмой ряд, место номер 16. Седьмой ряд, место номер 16. Вот она какая! Будущая невеста 2028. Аплодисменты, дорогие друзья! Молодец! Спасибо огромное, что ты с нами. И ты тоже получаешь призы и подарки. Сладкие призы от семейного кафе «Люстра». Так, давайте, чтобы не было, опять же, предвзято все это. Вот молодой человек в белой кофте. Прошу вас. Я его не знаю, он меня не знает. Давай. Несмотря туда, запускаешь руку и выбираешь. Итак, один-один. Куда ты потащил? Вот. Итак, все честно. Ряд? Ряд номер 3, место номер 12. Ряд номер 3, место номер 12. Да, аплодисменты, дорогие друзья. Скорее поднимайтесь к нам на сцену. Нет, ты не можешь идти. А то вдруг подумает, что я тут подыгрываю. Давай мы с тобой еще парочку номеров разыграем. Аплодисменты, дорогие друзья. Итак, вы получаете также подарок от семейного кафе «Люстра». Это сладкие профитроли. Аплодисменты! Так, продолжаем. Давай дальше. Ну, смотри туда, смотри на меня. С девушкой пришел? С двумя? У меня нет. Кто это? Вот. А, одна сестра. Ну ладно. Итак, поехали дальше. Ряд. Опять седьмой ряд. Да что ж... Седьмой ряд сегодня фартовый, если честно. Итак. Седьмой ряд, третье место. А, вот она, бежит, довольная. Подожди, давай. Вот о чем я и говорил ранее. Эта девушка получает приглашение на спектакль «Ты мне, я себе» с участием народного артиста России Александра Багратова-Черного. Аплодисменты, дорогие друзья, поздравляю вас! Так, давай еще, давай еще. Только один, не смотри. Сейчас, внимание, еще одно приглашение на спектакль. Но приглашение это завуалировано, бесплатный билет. Итак, приглашение на спектакль «Ты мне, я себе» с участием народного артиста России Александра Баканова-Черного получает... Ряд 6, место 13. Ряд 6, место 13. Да? Да, это он. Аплодисменты, дорогие друзья! А я знаю, почему вы так тихо аплодируете, потому что завидуете. На самом деле, клевый спектакль. Огромное спасибо за то, что вы пришли. Пожалуйста, ваше приглашение. Спасибо вам большое. Все, давай, присаживайся. Тебе подарок? Так, стоп. У нас... Подожди, пока ничего не доставай. У нас есть еще подарки для зрителей? Ребят, все? Да, потом с меня 50 граммов. Аплодисменты, дорогие друзья. Огромное спасибо всем, кто пришел. Ну и, конечно же, победителям наиболее удачливым. Ну что ж.